Выставка, посвященная фильмам о Джеймсе Бонде, открылась в Париже. На ней представлены оригинальные костюмы, декорации, а также отрывки из фильмов, смонтированные в отдельные мини-картины. Они показывают процесс создания серии фильмов о шпионе 007, который охватывает период в более чем полвека. Киноэпопея появилась благодаря писателю Яну Флемингу, который придумал персонажа Джеймса Бонда, агента британской разведки Ми-6. Первый фильм вышел на экраны в 1962 году. На сегодняшний день это самая продолжительная серия картин, объединенных под одной франшизой. Всего на экраны вышло 24 фильма о Бонде. В фильмах о Джеймсе Бонде структура очень похожа. Бонд всегда идет в офис Ми-6, всегда отправляется в отдел, где его вооружают. Он обычно идет в казино, отправляется на задания в экзотические места, сражается со злодеями. И в фильмах обычно есть снежные погони. Мы решили последовать по стопам Джеймса Бонда и передать эту структуру в выставке. Выставка сконцентрирована в основном вокруг костюмов. Организаторы пытались передать классический стиль Бонда. Нужно помнить несколько правил, которые обеспечили 50 лет успеха Бонда. Нужно помнить, что Бонд – английский джентльмен, работающий на Ее Величество. Поэтому он одет в рабочий костюм, который очень элегантный, как у джентльмена. У него идеальная обувь, и он постоянно встречает опасных и соблазнительных женщин. Прогулявшись по выставке, посетители смогут проследить, как менялись костюмы Бонда последние десятилетия. Экспозиция работает до 4 сентября.